приветствую вас и думаю, что довольно-таки уместным актом вежливости, хорошего воспитания, этикета, может быть, будет проявление вами тактичности для того, чтобы, собственно говоря, поздравить человека с днем рождения, просто в память о том, что когда-то вы были вместе, и память о том, что у вас что-то было общее, и что вы, в общем-то, не являетесь друг другу чужими людьми. И вот этот момент, что вы не совсем чужие люди, и мало ли вдруг в жизни чего будет, что вам потребуется помощь этого человека, а может быть ему потребуется ваша помощь, кто знает, что в жизни будет. Вот исходя из этих соображений, можно и нужно поздравить молодого человека с днем рождения. Это абсолютно ничего не будет значить. Ну, может быть, у вас завяжется общение, если вы этого хотите. Вообще, если есть какие-то чувства между вами, если они остались, то они дадут о себе знать в этом моменте, в этом эпизоде, в этом обстоятельстве. А если никаких чувств нет, то, соответственно, вы просто поздравите, проявите вежливость, и все будет нормально. То есть все будет дальше, да, как было. И для вас ничего не изменится, вообще ничего. И для мужчины тоже. Так что когда вы поздравляете человека с днем рождения, вы абсолютно ничего не теряете, вы абсолютно ни к чему себя не обязываете, его ни к чему не обязываете. Это просто проявление внимания, проявление какой-то человечности, проявление вежливости и дань, конечно же, прошлому. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.